Вчера, ну, времени нет, там по 4 часа каждый час. Сегодня мы ему в помощь волонтёра дали. Не плачь. Ой, кошмар. Ну, если аппетит есть, это уже хорошо. Аппетит можно. Уличный. Да боже ты мой. Да господи. Сейчас я тебя покажу. Они уже... Сейчас первая задача их очистить, привести в порядок, откормить и дальше пристраивать их. Они после такого просто обратно на улицу никак не должны попасть, после пережитого ими. Все, да, мои, идем. Баловни. Да, и тебя поглажу. Нет, сбежала?